Ведущий «Жди меня» Александр Голибин покидает программу по словам мужчины, с ним не продлили контракт. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что команду передачи коснулись кадровые перестановки. В новом сезоне зрители не увидят в кресле ведущего Александра Голибина. Сам актер заявил о реорганизации. Александр Голибин покидает пост ведущего программы «Жди меня». Об этом сообщил источник, близкий к руководству телекомпании «ВИТ». По некоторым данным, сама передача продолжит выходить в эфир в будущем сезоне, однако без участия Голибина. Источник, близкий к руководству Первого канала, заявил, что вопрос кадровой политики – это внутреннее дело телекомпании. Голибин подтвердил информацию о произошедших перестановках. По словам актера, примерно две недели назад ему намекнули на то, что компания не собиралась продлевать с ним контракт.